2 августа прошло очередное заседание районной комиссии по безопасности дорожного движения Кашхабского района под председательством главы администрации Заура Хамирзова. В работе комиссии приняли участие главы поселений, руководители заинтересованных структур. С информацией об итогах работы и по ситуации в части безопасности дорожного движения за 7 месяцев текущего года выступил начальник УГИБДД межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Азамат Курашинов. За 7 месяцев 2021 года на территории Кашхабльского района зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в котором 5 человек погибло, 9 человек получили телесные повреждения. За аналогичный период прошлого года у нас было зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, при котором 1 человек погиб и 6 человек получили телесные повреждения. Основными причинами ДТП явились следующие нарушения права дорожного движения. Это выезд на полосу предназначенного для встречного движения, таких случаев было 2. Несоблюдение водителями скорости движения конкретных дорожных условий, 3 случая. Наезд на пешехода, 1 случай. И управление транспортом вследствие состояния алкогольного опьянения, 1 случай. Это у нас в Кашхабле, в центре, где 2 человека погибло. С целью предупреждения и пресечения факта возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижения уровня аварийности, отделом ГИБДД проведен топографический анализ состояния аварийности с определением концентрации мест дорожно-транспортных происшествий, времени и характера совершения ДТП. В ежедневном порядке сотрудниками ГИБДД совместно со службой участковых уполномоченных по лицам проводится поадресная профилактика с лицами, лишенными права управления, подпадающим под профилактику по статье 264 крим 1 Уголовного кодекса Российской Федерации с включением памяток и предостережением о наступлении последствий при повторном управлении транспортным средством состояния опьянения. Вторым вопросом комиссия обсудила ситуацию о состоянии уличной дорожной сети и о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По данной теме выступил директор Кашхабльского ДРСУ Пшимав Батышев. Основные работы, которые на сегодня выполняются в соответствии с контрактом, это в целях повышения эксплуатационного состояния дорог. Первое – содержание действующей сети автодорог по следующим направлениям. Уборка различных предметов и мусора с элементом автомобильной дороги. На сегодня выполнено 370 километров прохода. Ямочный ремонт асфальтобетонных и черногравийных покрытий с применением мелкозернистых асфальтобетонных смесей на площади 2,9 тысяч метров квадратных. Это примерно 340 тонн асфальтобетона на сегодня выложено. Работа еще ведется по покосу травы роторными косилками. На сегодня выполнено 1860 километров прохода. И вырубка кустарников, валка деревьев и частичное восстановление профиля с добавлением нового материала, это гравийных дорог. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» у нас в районе запланировано 4 участка дорог. Это объемы 2022 года. Общая протяженность их 7 километров. Общая сумма контрактов заключенных на 65,9 миллионов рублей. Из них, на сегодня мы планируем буквально на днях, завтра, послезавтра, начать на 2 участках дорог, ремонт. В ходе заседания главы Кашхабльского, Вольнинского, Дмитриевского и Майского сельских поселений отчитались о проводимой работе с населением, о недопущении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения лицами, лишенными права управления. В завершении комиссия вынесла решение по всем вопросам повестки дня, направленное на решение проблем аварийности и на повышение безопасности на дорогах.